Всем добрейшего вечера, друзья! Вы на канале 3-2-Play. С вами Кристина и Алексей. Мы говорим в унисон. Уху! Это день хороший, день плохой. Челлендж. День хороший, день плохой. С гордым. Сим-стри с гордым марципаном. Я первый сказал марципан, да. Короче, смотрим, какой сегодня денек. У нас 28-й денек прохождения. И это плохой денек. Дети, нет! Сегодня ваш Сим проснулся, не имея ни сил, ни желания возиться с детьми. У него просто нет на них времени. Займитесь работой, домашними делами. Только не детьми. Никакого совместного времяпровождения, игр помощи. Ну, в общем-то, у нас дети уже взрослые. У нас, по-моему, тракторина, одна подросток, да? И она самостоятельная, поэтому да. Дети хорошие. То есть это отличный день. Мы будем заниматься прокачкой нашей основной деятельности опять, да? Ну, да. Для начала мы, конечно, выспимся. Я спал. Будем мотать. А мне чем? Было хорошо, да. Я понял, что меня достали эти спиногрызы. Да, я не хочу видеть их весь день. В этих сапогах, постоянно они в этих сапогах. Что они как какие-то, я не знаю, там, модные личности, да. Да, кошка. Голоса в голове прыгали про какую-то кошку, но я не понимал, о чем они. Итак. Гитары, обойня судьбы. Посмотрим наши навыки, пока Говард отсыпается. 5-й уровень рисования. О, можно проверить одну штуковину. Какую? У Гули в летсплее по Sims 3. Угу. Ей кто-то из зрителей сделал подсказочку, что картины можно дорого продавать в комиссионном магазине. Что? Но мы сейчас будем прокачивать навык, мы можем нарисовать картину. Мы загадаем, что мы будем рисовать, чтобы было интереснее ждать результата. И мы попробуем продать ее в комиссионный магазин. Заодно проверим, как это работает. Работает ли это? Давай попробуем. А, кстати, предлагаю еще посетить помойки наши любимые. Зачем? Ну... Дети, нет, у нас сегодня не день копать на копание. Почему? Мусор. Мы можем просто парочку захватить по пути рядом с комиссионным магазином. Нет. Сувениры, нет? Обойдутся, я подумал я. Голоса вы слишком добрые. Ну, окей. Он выспался, не выспался, как ты считаешь? Я думал, что еще можно немножко помотать. Я думал, как я буду развлекаться с изумрудным пирожочком. Я буду его чесать за пузико. Просто хотелось бы... Кормить кузнечиками, да. Просто хотелось бы, чтобы дети как бы к нам не прикопались, пока мы будем там чтобы рисовать на балконе. Чтобы дети не прикопались, нужно уйти из дома на день. И рисовать где-нибудь на улице, да? Да? Может быть, мольберт с собой возьмем? Конечно. А, кстати, мы можем, да, взять с собой? Что это? Наше, да? Наше. Мое и ваши голоса. У вас нет ничего. Про то, что уничтожит картину. Нет, я не хочу ничего уничтожать. Ты убери ее мне в инвентарь. Не получится. Видишь? Почему, голос? Ну, потому что не получится, вот. А. Это же не 74. Мне приснился страшный сон, что я не могу забрать с собой картину. Представляю. А, нельзя с тобой разговаривать. Ну, мы сейчас попробуем дорисовать ее. Что-то Алиса получила смс-ку от нервного Тёма. Надеюсь, ты все так же ходишь до дома, как и по последний раз. Папа! Папа! Я не разговариваю. Он мерзкий! С тобой. Мерзкий! Я не разговариваю с тобой сегодня, Алиса, он говорит. Отстаньте от меня, да. Пойдем порисуем. Чем-то мы там вдохновлялись накануне, я уже не помню, чем. А всем привет, я с вами не разговариваю, да, не подходите я. К папе. Папа занят. Ускоримся? Да, я рисовал. Вдохновение переполняло меня и вытекало через кисть. Вместе с... Вовне. Вместе с насморком, который я подцепил, находясь на холоде. Но не суть. Вдохновение выходило из меня. Краски кончались. Что такое красиво рисует-то он, смотри. Красота-то какая? Что это я такое? Я рисую настроение Джона. Джон, это для тебя. Мистер Марципан, если бы я не работал в криминальной организации, я бы сказал, это прелестно. Но поскольку меня связывают обязательно, сапёр я не могу сказать. Сапёр ошибается один раз. Группа путешественников ищет человека в свою команду. Ваш навык механики весьма кстати, но надо доказать умение работать в чрезвычайной ситуации.
Поезжайте в Египет и обезвредите ловушку в гробнице. За риск вам заплатят. Хм. Я художник, я никакая механика. Вы с ума что? Вы вообще кто? А почему бы нам не поехать в Египет? Я не могу бросить семью. Можем мы. Можем поехать. Нам главное соблюдать правила. У нас дети нет. Почему бы нам не съездить на 3 дня в Египет? Ах ты, Кобелина, да? В Египет собрался. Меня с собой возьми. У нас же дети нет. Никаких детей там не будет. Мы сейчас дорисуем картину. Проверим, можно ли ее сдать в комиссионку. А София? Софию можно тоже взять с собой. Ну, только что мы там делать будем? Ну, можем взять ее с собой, да? Почему бы нет? Дети у нас взрослые, тракторина справится сама. У меня текло с меня 7 потов, да. Что с ним льется? Это... 7 потов. Это... Ой, какая красота, ты посмотри, я бы дома такую повесила. Это... Взять картину. Это в жену, да, на работу. Давай посмотрим, можно ли ее продать. Если у нас комиссионный магазин, а можем ли мы ее там продать, а потом посмотрим, либо поедем в одиночку, либо поедем с Софией. А дело в том, что в правилах сказано, что мы можем уезжать в путешествие, но мы там тоже соблюдаем правила «день хороший, день плохой». Ну, я не вижу комиссионку. Ну, давай возьмем картину с собой, может быть, мы сможем продать ее там. В Египте? Да, да, может быть, там есть комиссионный магазин. Здесь, может быть, что-то в городе не хватает. Меня посетила гениальная идея. А почему бы мне не отправиться? Я возьму с собой свою картину и продам в Египте ее. Да, я скажу, это картина из далекой страны Тима Бёртона. И она стоит очень дорого. Отправиться в путешествие. Да, нам же можно, почему нет? Почему нет? Я решил, что я отправлюсь в путешествие. Алло, туроператор, да. Я бы хотел посетить... Софию вот с нами. Что это Китай? Да, вот Египет. Я бы хотел поехать в Египет, да. Меня осенило, что я хочу в Египет. Да, они никуда не выезжали, да. Почему бы нет? И выполним его цель. А, да, все хорошо, можно отправляться. Мы отправляемся за границу. Дорогая! Дорогая, вещи собирай, возьми крем для от загара. Дорогая, да. Тебе не нужно на работу, мы уезжаем в Египет. Да, там будешь гадать и говоришь... Дети, вы за старшего, правда, мы с вами не разговариваем. Да. Поэтому догадайтесь сами, как вы проведете эти дни. София, будем обманывать местных. Я буду продавать им свои картины, как будто это, я не знаю... Работа из Эрмитажа, а ты будешь гадать, говорить, что ты наследница фараонов. Закрой глаза, представь Египет, а будет тебе хорошо пирамиды простираются. Камеру ползай. Пирамиды возвышаются над гордыми песками, караваны проносятся мимо вас. Восточный мотив звучит в ваших ушах, так же громко и ясно, как и пески, которые... обдувают вас. Вы чувствуете засуху в своем горле и хотите купить наш лабурдай, наш египетский напиток. Покупай 2 по цене 1 верблюду бесплатно. Когда мы уже приедем в Египет? Вы долго едете по Египту? Вы не можете приехать, ваш верблюд устал, купите абурдай-лабурдай, не содержит ГМО. Они в самолете летят. Вы летите в самолете, но не знаете, как что прилететь в Египте, как прилететь. Покупайте абурдай-лабурдай. Красота-то какая! Мы прилетели за границу. Впервые в своей многострадальной жизни Говард Марципан с супругой выбрались куда-то. Дорогая, я вспомнил стих Нил. Безмятежная река. Нил. О-о-о, это что, простите? Стоп. Наш отель выглядит крайне убого, да. Это точно отель? Вы уверены? Да, похоже на то. Так, ну искать приключения мы будем чуть позже. Что за ловушку нам нужно обезвредить? Давай посмотрим. У нас, кстати, сбилось время. Ну так, местное время. Да. Ну, так, посмотрим, что... До вечера доиграем просто. Что за цель? Еще раз.
Приключение можно найти, посчитав доску приключений в базовом лагере. Подождите. Вот доска приключений в базовом лагере. А та-то цель обезвредить ловушку. Вот, где она? Ну, гробница. У гробницы? Да. Искать приключения. Ну что ж, дорогая, давай найдем приключений. Давай с места в карьер. Тут, слушай, туристическая пятой точки. Программа, да. Нет, это подождите. Это приключение. В связи с расширением штата Муркукорпсу требуются новые сотрудники. Вам придется заниматься поиском трехдневных редкостей в гробницах Альсимары. Альсимары, ага. Работа опасная, но очень прибыльная. Заинтересованные лица могут обратиться к персонажу по имени Раини Бадави. Раини Бадави, это я. Давай обращаться. Софию-то в компанию давай возьмем. София, давай, давай, с местными здесь потусим. Давай. И пирожок, смотри, приехал. Пирожочек, да. Все здесь, и пирожок я, здесь. Я буду как королева драконов, да-да. Я твоя Дейенерис, да-да-да. Ты мой маленький, да. Ты вырастешь, съешь всех моих врагов, да-да. Ну что вы там, собираетесь, ну, сжигать нет? Я... Дорогая, конечно, давай Кобелина соберем ты. Компанию. Говорит, давай Джон не даст ноты. Вот тебе, смотри, вот такой вот глупый у тебя папа, делами? Да, пирожочек. И слушай ее, а же ты издеваешься над ним, да, я же здесь. Авторитет мой падает, да. Они собираются дело делать. Друзья мои, вы собираетесь, нет? Ну, да. Мы собираемся обратиться. Поехали. Я надеюсь, она с нами поедет. Пойдем обратимся к местной. Как там ее зовут? Как-то зовут. Как там ее зовут? Как-то зовут. Ой, говорит, бочки, не нравятся мне, говорит. Ой, не, спасибо, я пить сегодня. О, боже, она говорит, у нас только общего хотелось бы познакомиться. У нас только общего хотелось бы с тобой познакомиться поблизи, слушай. Да что вы говорите? Мы только от одной, это самое. А жена... Эй! Алло! А я думал, я купил ей свой мопед. Где наша жена? Жену забыли. А вон она несется. Кобелина, я если бы мопед свой не купила бы, я бы не догнала. Козлина, ты проклятый. Ты, говорит, один никуда не пойдешь. Я тебе сейчас покажу, как египтянок клеить, да. Сейчас уже к египтянину подойду, да, и мы с ним возьмем. Пирамиды пойдем исследовать. Так, приехали, А вы, да, вы. Вы заказчица, да? Вы, это вы, Бауми, как вас там, я не помню. Навестись бы на вас маркером. Первое задание. О, всегда приятно видеть. Всегда приятно видеть нового работника. В первую очередь настоятельно рекомендую пойти рынок и купить консервы, портативные души, а также Абурахмы, Бурахман, чтобы ваша... Короче, понятно. Жажда была устранена. Вы получите неплохое вознаграждение. А потом войти в сделайте открытие, да. Ну хорошо, давай посетим, что там надо посетить. Посетите, пожалуйста. Купим консервы, да. Вот, рынок. Рынок. Отправляемся на рынок. Говард бегает такой, сам не свой отчасти. Боже, пальмы. Жарко, жарко, София, мне ж печет. Рынок потрясает обилием запахов рынок и красок. Рынок потрясает обилием своих красных запахов и прочего. Говард Марципан всеми органами чувств пытается запечатлеть это место в памяти. И забыть. Так, а где же тут нужный для нас магазин? Может быть, вот этот? Купить. Здесь просто не сейчас все прогрузилось. Сейчас местные придут, но... я им понапродаю, а глюпые. Бегут в магазин. Глюпые местные сейчас, так сказать, что они умные, хорошо разбираются в реликвии. Жалко, что не прогрузились модельчики, ну ладно. Здравствуйте, меня зовут. Не важно, как меня зовут. Где Говард-то? Красавица из дальних земель. А, нет, ты. Хочешь что-то купить, а? Я хотел бы приобрести средства первой необходимости. Дайте мне в поход, что нужно, да. Душ там. Консервы. Добавим сразу штучек 6, да? Душ портативный парочку возьмем. Возьмите душ у нас. А что за двухспальная нам нужна палатка? Мы будем расточителями. Возьмите свой верблюд. Как вы будете мыться без корзина верблюда? Корзина заклинателя змей. Козлы, уважающий себя
Заклинатель должен иметь корзину змей, да? Медвежонок, мумия. Медвежонок, мумия, если встретите мумию, да. Дадите ему медвежонка, он Хенспа вас не убьет. И сундук султана, мне все нравится. Не знаю, как сундук султана попал ко мне в Египет, но пусть будет. Как зовут этого мужчину? Его зовут Сотхихавас. Берите, вот Майта. У вас товары лучшие, может, я вам спою? Спой, дорогой, спой. Пойдем. Или я не Сотхихавас? Пойдем в гробницу. Поет, он поет. Посетите гробницу открытия. Давай посетим участок и... Это уже играешь. Я приехал в Египет. Все. Здесь жена-то. Ай, фиг ее разберет. Она куда-то уже свинтила. Кабелина, я на рынке специй. Здесь такие обалденные специи. Да, брюнет, покажи мне свои специи, давай. Подожди, пожалуйста, я хочу красивый скриншот. Блин, и вот как только я захотела красивый скриншот, здесь гора. Хотите красивый скриншот в Египте? Покупайте Абдурахмай Бурахмей. С ним вы сделаете хороший скриншот. И София бежит тоже впереди. Ну, вы даете. Кабелин, оказалось, прислать к местным мужикам опаснее. Тем могут камнями закидать. Побежали нафиг на мопедах, да. Я помотаю, пока что мы не быстрее добрались. Они уже здесь, что ли? Вы что, телепортом прилетели сюда? Ой, а как мы здесь оказались? Почему у меня кружится голова? А это гробница, что ли? Вот это прямо? Это как-то... А пирамида? Подождите. Ой, здесь замки. Ну-ка, давай. Читать. Я не знаю их языка, я думаю, читать бесполезно. Но в сундук мы сразу залезли. Деньги! Это, наверное, всем туристам раздают национальные сокровища, да? Ну вот же, очевидно, сюда надо вставить ключ. Сейчас мы все почитаем, возьмем деньги. Что здесь написано? Здесь написано... Крокозюлька в виде мешка, глазик, две точки. Хороший путешественник не отправляется в подземелье без палатки и консервов. Мы все взяли. А так же Абдурахмай Бдурахмай. Возьми Абдурахмай Бдурахмай. Войти в дверь. А какую ловушку нам надо обезвредить? Я даже не представляю. А вот какая-то здесь, мне кажется, надо встать сверху, да. Какие большие ноги. Я прям чувствую себя... От первооткрывателем, да. Кабелина, ты где? За тобой дверь закрылась. София, я первооткрыватель. Это что? Это Нефертити, да. Нет, это не Нефертити. Смотри, кто-то здесь уже исследовал неудачно. О, скелет. Еще, если бы я так не знал, если бы я не знал строение человеческого тела, я подумал, что это бутафорский скелет. Войти в дверь. Вы зашли в комнату. Странная статуя. Смотрит на тебя. Так, а сдвинуть это в какую сторону? От нас или к нам? На плиту. Это к нам. Ага, все, я поняла. Так просто сдвинуть и толкать. Тогда, значит, нам нужно сдвинуть два раза. А какую ловушку мы должны обезвредить, чтобы у нас цель закрылась? Или мы просто должны эту гробницу исследовать? Я что-то не поняла ничего. Я толкал статую. Некрасивую статую, да. Пошли. Вы проходите все испытания. Откуда здесь голос? Меня оставили. Так. Ну, давай, сдвинем. Я не знал, куда двигать эту статую. А такая тяжелая. Тут подсказки какие-то вылетают. Это для дураков, что ли? Или это только в первой гробнице так? Пожалуйста. Наши туристы должны знать, как выйти из гробницы. Это развлекательный аттракцион, да? Конечно, да.
Ох ты, чужеземец из дальних земей! Я, Голяс, в гробнице говорю тебе, я удивительно похож на того продавца из магазина. И тебе кажется, да? Возьми все золото, оно не настоящее, и наслаждайся в нашей... Главное, София Марципан никогда не забудет эйфорию. София не забудет эйфорию. Ой, дорогой, не возвращайся, мы сейчас здесь с местным эйфорию закончим испытывать, да. Я тоже кобелина. Ой, я кобелина. Стыдно мне должно быть, но мне не стыдно. А что это? Это надо как-то... Просто я смотрю, лестница, наверное, сводит обратно. А здесь... Вы нашли тайную комнату. А мы думали 2000 лет назад, что если стенку не покрасим, никто не заметит. Ах, мы дураки, глупые, древние люди. Проходите, забирайте секретное бутафорское золото, да? Ну, я так понимаю, я такой внимательный, да, вы самый лучший внимательный господин. Выходите на улицу, да. Скажите спасибо современной компании. Egypt Airlines, Touristics, Cosmetics, да, за то, что они вам организовали этот чудесный тур и великолепное путешествие в гробницу. Поразительно, здесь как будто так и задумано, чтобы я шел и все находил. Глупые древние люди. Эй, не говорите, куда нам до вас современных, да? А все, мы вышли туда, где мы заходили. Прошу, пожалуйста, все, что нашли, оставить при входе, да. Так, все, получается, что вот он и выход обратно. Дорогая! Говорит, ой. Нам нужно отнести эту информацию заказчице, чтобы получить деньги за эту... Ой, ну слава богу, ты пришел сейчас, а не 5 минут назад. Здесь был такой мужчина вообще, мы с ним изучали местные иероглифы, да. Да, да, кобелина. А ты кобелина, запомни-то, да. Давай. Не краснее, не стыдно мне. Давай доставим информацию, сгоняет пусть сам. И вернемся в лагерь, уже здесь проведем время с женой. Как-то... Тут, конечно, не знаю, лагерь такой. Я уже провела время, кобелина. Можешь не надо. Можешь не возвращаться, да? Абдулла! Смотри, бежим за ней! Оставь мне свой номер телефона. Она не хочет, чтобы он ехал один. Он сейчас какую-нибудь читу себе найдет. Смотри, несется. Слышал, рычал двигатель там. В этой стране только я кобелиной быть могу. Уважаемая, я добыла информацию, что которую ты сказал? Вы просили. Я смотрю, чтобы мне руки свои при себе держал. Спасибо! Вы не погибли в гробнице, отлично! Мне нужно время, чтобы посмотреть бумаги. Но Маркус Корпс приготовит для вас новое задание. Вас этот Фурух Расид. Мне не по душе этот человек. Но работников не выбирают. Выполните это пару тени. Фурух Расид мой папа. Мы, конечно, выберем это, но мы сейчас возвращаемся в лагерь вместе с женой. На следующий день оставим новое приключение, правильно? Дурак белый. Да, мне тоже, конечно, какую-то муть заманивают его, да? Да, посмотрим, такая что мы там... Такая интересная страна, София, ты не поверишь, да? Что мы там насобирали-то? И, кстати, у нас есть корзина заклинателя змей, можем протестировать ее. А змея там, интересно, настоящая? Слиток медь несколько. Египетская редкость, древний брахман. Египетская редкость, разбитая ваза, красная глина. Ну, не то чтобы это было круто прямо, и много всякого интересного. Но... Мы вернулись в базовый лагерь. Здесь мы можем что-то поесть, попить. А вот, наверное, Абдул, с которым развлекалась наша жена. Здравствуйте! Пока мы были в гробнице. Я вас, Зина, показал. Говард сел такой играть с динозавром, пофиг вообще. Смотри, идет. Много всего интересного. А вы, говорит, не жена Абдулла? Я его. Я у вас его тут ангажировала на вечерок. Ирина, здоровья. Во-первых, у него 5 жен, а во-вторых, я его мама. Будешь свистать, жена? Давай, будь свистать, жена. Мне такой нужна, да, смотри. Блондинка красивая. Ой, нет, знаете, я передумала, не хочу. Да что ты ломишься, как девочка на выпускном? Давай.
Чистой Зинагарии, он султан, да, войнусти, все так просто. Не, знаете, вообще-то жена-то. Ах ты, шайтанова. Да что, и что такое жена-то? Ну что, как тебе мой сын? Правда смешной вообще будет вообще? Обсудили они все. Остальные жены тоже они смеются, говорят, вообще не умеет ничего. Говард готовит. Этот поет песни свои арабские. Что за дичь происходит? Белые рабы готовят мне еда. Что вы сказали? Ничего. Да, тут условия, конечно, такие. Я за кадром, друзья, играла... А я возьму Ахмурахмель Бурахмаль, Ахмурахмель Бурахмаль, удаляй жажду, я пойду выпью его, да. Я за кадром играла, в Китай путешествие у меня было. Абдулла пьет Ахмурахмель Бурахмаль, быстрее, хочу посмотреть, как он это пьет. Сын ты, сын ты ужасный. Я не знаю, где он, вон он сидит. Пьет. Ахмурахмель Бурахмаль, я чувствую, как мой жажда покидает меня, да. Ахмурахмель Бурахмаль лечит, лечит все на свете, он лечит вам жажда. Он лечит вам язва. Он лечит вам плохое настроение. Покупай Абдурахмель Бурахмай. Говард играет с пирожком. Пирожочек, да, да. Да. Да как тебе мое ризотто, которое приготовил? Ну да, это не ризотто. Это жареные овощи. Давай, короче, когда этот Билли уснет, ящерица его украдем. А мы можем где-то здесь со своей женой спать? А, у нас же есть своя палатка. Может быть, мы можем ее поставить? Уважаемый, ваша жена может со мной в палатке спать. И у меня места в палатке много. Ой, дорогой, слушай, какой добрый человек вот, нам смотри, попался. Вот, смотри, у нас же давай. Можем свою поставить здесь на двоих. Давай для нас Софию сделаем. В смысле? Ну, один. Подожди. Тут же двойное место. Понятно все. Спать в палатке София? Ну, давай. С Софией или без Софии? Видимо, без. А София-то куда делась? Она я даже ест, не знаю, хихикает она... где-то там стоит. Ой, Абдулла, Абдулла. Она чатится, чатится. А пирожок подсматривает. Кому это ты там пишешь? Молчи, ящерица. Кобелинская, да. Она пошла отдыхать. Говард тоже хочет отдыхать. Ой, иди, он, кстати, иди на руку ко мне. Говард кто, отправляется... Кто ничего не скажет папе, да? Говард у нас отправляется в палатку отдыхать. Друзья, мы с вами увидимся на следующий день. Посмотрим, помешает нам или нет в исследовании Египта. Куда ты нашего пирожка скоммуниздила? Да он сам появился. Посмотрим, помешает ли нам события нового дня. Это был 28-й день. С вами были Кристина и Алексей. Всем спасибо. Всем пока. Лайки, колокольчики. Пока, спасибо. Пока-пока. Что пирожок-то один сыр? Не знаю. Пирожок, иди к папе, да. Папе тоскли. Я как переживаю за пирожка. Ну ладно.